Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на хоккей. И сегодня у нас три матча в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Мы отправляемся в город Череповец для того, чтобы посмотреть за матчем между Северсталью и Сочи. Ну, Амира Гараева. Что, собственно, и происходит. Вот какой хороший момент. Иванцов классно продрался на пятак. И опять дали ему бросить без помехи. Опять выигранное вбрасывание в чужой зоне. Северсталь, Бердин отбивает эту шайбу. Ну что, лидеры должны повести все-таки сочинцев за собой. Рендулич классно бросает. Вот это было здорово. Такой скрытый бросок. Было ощущение, что Александр смотрит в одну сторону, а бросает другую. Еще один опаснейший момент. Степанов пытается разобраться. Тройка Иванцова. Мы видим два игрока на пятаке. Где защитники? Где Грэм? Где Галенюк? Пожалуйста, здесь Искоренов успевает. Я смотрю, на площадке Криштоф играет. Неужели Мечкова перевели из второго звена, или он пока еще остается? Лишка пытается Бердина переиграть, но тут Михаил классно абсолютно сработал. Ну, с другой стороны, да, этот момент стоил многих. Обросим. Лишка успевает бросить. Бердин опять остался один, никем не прикрытый. Но все, обороняется Василий Мачулин. И вот момент опаснейший. Хороший бросок. И сирена прерывает попытку Егора Степанова бросить по воротам. Быстрая игра, быстрые две команды. Хорошее движение. Но думаю, что немножко брака хватает в передачах. Надо чуть наладить контроль шайбы. И в принципе, по моментам мы хорошо контролируем шайбу. Да, в зоне атаки много моментов. Чуть-чуть не хватает, наверное, хладнокровия. Доработаем сейчас в этих моментах, и я думаю, что все будет хорошо. Интереснее всего, классно с выдумкой работали ребята, и несколько моментов были очень и очень хороших. Вот такой вот бросок со входа в зону Амира Гараева. Успел посмотреть в разные стороны, Кирилл рассказов. И посмотрите, какая передача все равно проходит. Вот здесь, смотрите, Моисеев какую делает передачу. А, вообще шайба в маску попала после броска Аймурзина. Сейчас, скажем так, завершение стало похуже у Северстали. И Завгородний выкатывается. Давыдов. Гол! Какой гол! Великолепный! А ведь самое интересное, что передача-то на Моисеева не прошла напрямую. Там она задела клюшку игрока Сочи. Хотя, конечно, гол Череповца назревал, и Северсталь уже давным-давно была близка к тому, чтобы забросить эту шайбу. Еще один опасный момент может быть, если закончится все броском. Мечков выходит во второй спецбригаде. Гол! И забивает Тимур Хафизов! Ну что, прекрасно для сочинцев. Очень быстро отреагировали на удаление Скоринова, который в углу площадки поймал зачем-то в захват Николаева. Вот где удалось. Рассказов. Хорошо под клюшкой. Питьков. Классный момент. Разыгрывают сочинцы арбитрами. Ну вот, большой штраф на самом деле и есть. 5 минут. Итак, большинство у Северстали. Неужели шайба не попала? И Егор Степанов, если я не ошибаюсь, бросал на дальней штанге. Гол! Вот так вот череповчане наказывают. Иванцов празднует заброшенную шайбу. Именно после его броска она пересекла линию ворот. Хотя, может быть, это Скоринов тоже поучаствовал в этой заброшенной шайбе. Ну вот очередной розыгрыш. Моисеев на площадке. Поперечная передача. Еще один опасный бросок. И здесь Бердин выручает после выстрела Вовченко. Пытался сам послать шайбу в дальний угол, а она пролетела мимо. Но самое главное для череповчан, что они ее вернули себе. Буринов. Скоринов. Гол! Великолепно! Дубль Скоринова. И счет 3-1. А играть еще 2:36 в пятером против четверых.
Оскорину дубль, первый в сезоне, вторая заброшенная шайба, 4 набранных очка, 3-1. Ну что, всяко приятнее за заброшенными шайбами наблюдать. Еще один опасный момент. Иванцов. Да, прозвучала сирена. Боремся, в принципе. Неудачное удаление. Вот. И две забитые шайбы в меньшинстве. Поэтому так. И шайбой, ну, тут уже, наверное, пора меняться. Матвею уже надо расстаться с шайбой и отдать ее партнеру. Тут... Ох ты! Проходит шайба под Шугаевым. Это Джесси Грэм. Вот это да. 3-2, между прочим. Джесси Грэм, вторая заброшенная шайба и 5 набранных очков. Страшного не произошло. Северсталь по-прежнему ведет в счете 3-2. Да, она дает шанс сопернику. Бердин хорош. Реагирует на очень плотный бросок. После этого Бердин, в принципе, видел момент броска. Вот опасный момент, может быть, опять выбрасывает щиток Бердин. Денисов. Вовченко. Хороший перевод, и забивать надо было Денисову. Вбрасывание в чужой зоне. Денисов, великолепный момент, вы уже видели на повторе. Еще какой шанс Денисова. Все ловит Бердин. Сегодня шайба от него отскакивает довольно редко. Другое дело, что вот постоянно дают бросать по воротам. Ну как помогает? Пока приходится очень много в обороне работать. Снова Ильин с разворота! И неужели Бердин опять? Ну как хорош Михаил! Там мы видим, смена еще идет. Там уже Давыдов-то остался под бросок. И снова Бердин. Да, Бердин видит моменты этих бросков. Это правда. Вовченко досталась передача. И какой же опаснейший момент был. Марк Барберио расстреливал ворота. Криштоф. Хороший момент. Гол! Джесси Грэм сравнивает счет после передачи Криштофа. 3-3. Да, сегодня игра в неравных составах определяющая. Две шайбы всего лишь в равных забросили, 5 на 5. 4 шайбы из 6 в неравных составах. Грэма все выводили на бросок. У Грэма дубль сегодня. Третья заброшенная шайба. 6. В чужой зоне опять схватил Вовченко удаление. Ох ты, гол! Это Хафизов делает дубль! 4-3. Сочинцы переворачивают этот матч. Невероятный камбэк. И сочинцы, которые проигрывали 1-3, казалось, безнадежно. Три реализации большинства сегодня. Другая спецбригада большинства. Не первая была на площадке. И тоже была с Матвеем Мечковым, на льду который имеет возможность после возвращения в Сочи стать счастливым талисманом. Проскакивает мимо соперника игрок Северстали. Здесь добивание. Гол! 4-4! Это Степанов! После передачи Василия Токранова все-таки распечатывает ворота соперника. Мы видим, что Шугаев был за пределами площадки. Они уже были вшестером. Вот такое вот возвращение в матч. Ушла шайба за пределы зоны соперника. И нас ждет овертайм. На ход Бердин аккуратно подставляет шайбу Тянулину. Хороший пас. Мечков! Не удалось Шугаева пробить, но вбрасывание будет в зоне соперника. Молодец, Матвей. Абросимова оставляет шайбу. Криштоф вроде как не успевает. Бросок здесь Бердин. И перехват шайбы. Выход 2 в 0. Шугаев проигрывает эту дуэль. Сочи побеждает. И победная шайба на счету Сергея Попова. Даниилу Вовченко. Нет, не Даниилу Вовченко, а Василия Токранова, по-моему, обокрали. Вот так вот Сочи берет и опять затаскивает этот матч. При этом по сценарию он получился каким-то невероятным.
конце игры вели и чуть-чуть допустили ошибку, но пришлось всем выручать.